Недавно на крупнейшей в Китае базе выращивания клюквы Хунхай был собран небывалый урожай. Мое текущее местоположение – место сбора урожая клюквы на Вейбадзе в городе Фуюань. И видно, что сейчас я в Красном море. В этой воде с белая клюква. По мере того, как молодилка для фруктов медленно проезжает мимо, все ярко-красные плоды клюквы мгновенно всплывают на поверхности воды. Это также уникально для клюквы. Метод спора называется водным спором. Видно, что плоды клюквы этого года полны крану и имеют ярко-красный цвет, напоминая ярко-красные драгоценные камни. 7 лет назад клюква, имеющая репутацию североамериканского рубина, обосновалась на восточном полюсе Китая, заполнив нишу масштабного выращивания клюквы в Китае. В этом году в Фуюане было посажено 280 гектаров клюквы, что сделало его крупнейшей базой посадки клюквы в Китае. Клюква бренда поселка Хунхай, который мы подали на регистрацию, успешно продается по всей стране, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и так далее. В этом году мы ожидаем, что производство свежих плодов достигнет 2000 тонн. Теперь Фуюань славится своей свежей и вкусной клюквой. К месту сбора урожая поспешили купцы со всей страны, чтобы делать заказы. Наша компания сотрудничает с компанией Хунхай уже 3 года, а в этом году уже 4-й год. В этом году семена клюквы из Фуюаня были доставлены в космос на пилотируемом космическом корабле «Шэньчжоу-14», что стало прецедентом для первого в мире космического разведения клюквы. Теперь город Фуюань активизирует строительство первого в Китае центра исследований и разработок клюквы. После ввода в эксплуатацию центра с годовым циклом семена клюквы, побывавшие в космосе, будут выращиваться здесь. Мы будем выращивать лучшие и более урожайные сорта клюквы и продолжим укрепленное развитие всех производных клюквы, чтобы китайцы могли есть продукты из клюквы более высокого качества.